бабушка, я последний раз разговаривала с бабушкой, она говорит, ну, возвращайся уже, солнышко, нам тебя так не хватает. Я говорю, бабушка, не могу, мне очень нравится убивать русских. Бабушка говорит, я тебе дам убивать русских. Она немного пророссийски настроена, смотрит российские каналы, журналист в прошлом советский, естественно, она считает, что надо сравнить, что говорят по Новороссии ТВ, что говорят по нашим. Новороссия ТВ она доверяет больше, чем мне, допустим. Я сделала сначала зону только корреспондент, потом поехала в спецки с друзьями и решила там остаться, потому что комбат наш, ну, комбат Карпатской сечи, ротный фактически, есть количество людей. Приехал, он отвозил пацанов на ротацию в аэропорт. Приехал, такой, вот вы приехали на 5 дней, все приезжают, уезжают, грустные, печальные. Я говорю, ну я останусь. Он говорит, никуда не останешься. Я поехала в Киев, уволилась и осталась. Потом добровольцев стали выводить, я перевела 93-ку. А потом вот, дружной толпой с 93-ки, ну, я ушла к правосекам, а пацаны уже кого как забирали, потому что мы тоже не хотели оставаться в 93-й. Леху в багажнике вывезли. Мирный все зачем приехал. А кто как. А частично мы втроем приехали просто, ну, снялись с полигона и поехали сюда. Командир сначала даже не знал, что мы оформлены. Потом стал вопрос, здесь оформляться на контракт. Мне пришлось признаваться командиру. Мы уже контрактники. Ну, нас перевели. А почему ты пошла воевать? Ну, во-первых, мне ужасно стыдно было изначально. Я была на Майдане с первых дней Майдана. Я не пошла воевать сразу, только потому что я там не знала действительно, куда себя деть. Я там отправляла какие-то заявки в Донбасс, куда-то пыталась в армию там через военкомат пойти. Ну, хотела в Киев-2 пойти к друзьям, но там с женщинами тоже как-то не складывалось. А Добробаты, ну, там было нормально. И Карпатско-Сечный более свободовский батальон, мне не было проблем туда попасть. Единственное, что в итоге это оказалось не совсем та структура, в которой мне хотелось продолжать. Ну, соответственно, пришлось в армию оформляться. А как ты вот относишься к таким мирным соглашениям, перемириям? Ну, это бред, по-моему, полный, это понятно. Во-первых, это не соблюдается абсолютно, ни с нашей стороны, ни тем более с их стороны. Во-вторых, это превращает то, что здесь происходит, в цирк зачастую. То есть, когда комбат той же 93-ки первого бата говорит, не открывать ответный огонь, пока не будет 200-ок, при этом по нам прилетает постоянно. Это бред, на самом деле. Ну, с другой стороны, полномасштабная война с Россией была бы тоже достаточно страшным вариантом с авиацией и всей фигней. Ну, мы бы с удовольствием попали в Вальхаллу, правда, Леха? Алексей, ты хочешь в Вальхаллу? В рай с печенкой. Ну, Алексей думает, он попадет в рай, но поскольку ему нам с позиции на позицию передают обратно, я думаю, его из рая приведут в Вальхаллу и скажут, ваш, забирайте. И мы пойдем с ним за шмотками в рай. Давно дома было? 2 месяца назад. На 14 октября поехала на марш УПА от причины. Вот, 5 дней посидела там и поехала обратно. А что так мало? Это нормальный отпуск. На самом деле, ну, на год идет 30 дней отпуска. Если поехать сразу на 30 дней, потом можно сидеть тут 11 месяцев. Я пытаюсь разбивать по чуть-чуть.